Уже стало хорошей традицией приглашать на круиз известных артистов, певцов, музыкантов, поэтов, философов. И сегодня у нас в гостях заслуженный артист РСО «Алания», приглашенный солист Мариинского театра Рустам Абдулаев. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы вы поделились своими впечатлениями о том, как понравилось вам быть на круизе. Вы ведь первый раз на круизе. Да, впервые. Расскажите о своих впечатлениях. Впечатление, ну, для меня это отдых такой, чтобы поразмышлять, подумать, такой релакс на воде. И в то же время узнать, открыть для себя новые города России, полюбоваться прекрасной природой, природой Карелии, понаблюдать из окна эти виды, ознакомиться с новыми городами и узнать, какие исторические события связаны с этим городом, что там происходило. Для меня такой очень спокойный отдых, семейный отдых. Мне понравилось все. Чувствуешь себя, так сказать, ты в отеле, который передвигается по воде. Отель класса люкс, на воде персонал доброжелательный, улыбчивый, отзывчивый. Ресторан, питание, экскурсии, все вообще настолько на таком высоком уровне, что, честно говоря, очень приятно понравилось. Спасибо. Вы считаете, что именно семейный отдых здесь приемлем на этом теплоходе, вообще на круизах? Да, семейный отдых, ну, подразумевает. Хотя здесь вечером бывают дискотеки, но и люди разного возраста. Ну, в основном люди преклонного возраста, но это не мешает молодежи тоже отдыхать, как-то проводить свой досуг. Для этого есть и бары, и рестораны, и концерты после ужина, потом дискотека. Очень много иностранцев. И концерты проходят в таком прям на высшем уровне. Люди так принимают хорошо, публика. Как говорится, после бурной, активной такой жизни на суше совмещаешь релакс, раздумья, можно и стихи писать, и картины писать, и музыку. Потому что природа, она, вода, она успокаивает, а природа, она очень дает такое умиротворение в душе. И чувствуешь энергетику хорошую. Как публика воспринимала вас? Вот ваше ощущение артиста, который стоит на сцене. Как вы ощущаете публику на теплоходе? Публика очень хорошая. Чувствуешь вот этот контакт. Он есть. Это очень важно. Очень важно, да, когда есть контакт. Вот. И очень приятно, что люди, бывает полный зал. В каждом концерте, каждого исполнителя бывает полный зал. И люди с таким восторгом, восхищением. Я хочу поблагодарить я и моя супруга компанию Monster Flood и вообще весь персонал, за такой прекрасный, приятный отдых. Все очень понравилось, все на высшем уровне. Спасибо огромное вам. Итак, это был Рустам Абдулаев.